Коллеги, я всех приветствую. Сегодня решил, вы вот спрашивали у меня в комментариях как-то несколько раз подряд, что с десертами, будешь ли делать десерты, будешь ли делать выпечку. Ну, я говорю, по кондитерке пока у меня слабовато. Но я таки решил извернуться и сделать два таких десерта. Пойду другим путем, я буду использовать ананас, буду использовать банан. Честно скажу, не отрабатывал, буду прямо сейчас вместе с вами делать это первый раз. Ну, в принципе, вещи достаточно простые в изготовлении и, так сказать, без опыта, просто базируясь на собственных знаниях и понимании, я вижу, что сложного быть ничего не должно, так сказать, фейка получиться не должно. Ну, проверим. Это будет вот, собственно, десерт на основе печеного банана. Будем в сувиде его запекать, ананас тоже там. И будем красиво подавать. Хорошо для десертного. Ну, как просто десерт перед блюдом, да, или фуршетный стол какой-то будет у нас. Вот давайте посмотрим. Так, друзья, первым пойдет ананас, так сказать, обрабатывать термически мы его будем 40 минут, а банану надо всего там 15-20 минут, поэтому начнем с него, там за 20 минут до готовности я туда еще дам банан и будем это все подавать, все достаточно просто. Я буду делать, ну как сказать, вот такие вот, как дольки. Ну, то есть задача, то есть я так подумал, что вот я их так тоже вот так вот кругом на тарелочке сложу и будет хорошо. Нет, так можно будет сделать кубики. Я сейчас вот так аккуратненько разложу, запакую и вперед. Так, готово ананас. Значит, ананас я опускаю. Температура у меня уже поставлена, и все, дело пошло. Так, вот, готов банан. Я дал не полный такой прям, чтобы внутреннее натяжение у него было минимальным вот от пакета. Вот, и жду, через 20 минут я его тоже туда отправлю. Так, коллеги, остается 16 минут, 15 минут банану, ну, примерно, да, то есть опускаю банан. Вот, и за остаток времени подготовим все. Значит, смотрите, что сейчас мы будем делать ганаш. Так, ганаш делается, значит, шоколад с большим содержанием какао и сливки. Один к одному. Вот у меня 100 грамм шоколада и сливки. Ну, сливок у меня 200, поэтому я сейчас примерно возьму. Ну, не примерно, я прям весы возьму. Да, вот как раз половина. Вот, сливки надо довести до кипения практически и туда, значит, влить их в шоколад. Все это дело перемешать, дать чуть-чуть масла и дать чуть-чуть выпивки. Ох, друзья, люблю я, когда я что-то новое делаю для себя первый раз. Это прям какое-то вот такое ощущение. Так, он греется? Да, греется. Вот, не сильный нагрев делаю, чтобы это, потому что я фактически, ну, в соуснике. Я вот насчет сливок не знаю, как там по жирности, вот жирные, не жирные. И у меня десятка, это, конечно, совсем не жирные, но какие уж есть. Вот, да и, в принципе, нам тут не столь важно получить прям суперский ганаш, сколько, так сказать, вкусную такую шоколадно-сливочную поливку сверху на банан. Вот, но я вижу, вот, что они уже закипают практически. И начну сюда этот шоколад вбрасывать. Сымитирую, что я сливки влил в шоколад. Вот, и теперь сюда кусочек масла. Такой вот небольшой. Остывает. И я дам сейчас сюда, не знаю, миллилитров, может быть, 15-20. Вот так. Просто, так сказать, для запаха. Потому что, ну, мало ли, да, кто десерт. Может быть, дети будут есть. Может быть, кому-то за рулем.
может быть, что это просто как ароматизация. Ай, хорошо. Вот такой вот ковшик, особенно тем, кто на диете сидит, прям ковшик махнул с утра. И замечательно, и на работу. Так, ну с бананом все достаточно просто. Я думаю, разместить здесь вот большие листья от мяты. Вот эти вот листья. Вот так. Положить их, на них положить банан и залить, собственно, это дело все ганашем. Значит, пока мы ждем, я подготовлю еще одну вещь. Это уже для ананаса. У меня здесь сахарная пудра. Вот, я хочу макать ананас в сахарную пудру снизу, чтобы он был снизу как покрыт таким белым инеем. А сверху мяту и использовать вот такие вот так щипчиками я его беру и аккуратно кладу. Теперь уже можно его немножечко подправить. Ну что, друзья, поливаем? Вот так. Второй десерт у нас будет ананас. Он будет вот на этой тарелке. Я вот так вот сделаю сейчас такой кармашек из пакета. Вот, не хочу, чтобы была избыточная влага на ананасе, поэтому я сейчас его... Вон она. Я его сейчас буду вот сюда вот класть, на бумажное полотенце. Тем самым убирая эту влагу. Потому что мне кажется, что при соприкосновении с сахарной пудрой будет некрасиво. Если он будет слишком такой влажный, слишком мокрый, да? Я немножко эту кислоту уберу сахарной пудрой. Вот. И сыграю по цвету хорошо, потому что черная тарелка, вот желтый ананас, белая пудра. Вот, будет, я думаю, что хорошо. Ну, сейчас мы это увидим. Это как бы так же, как вот и с первым десертом. Заодно я тут его примерно разложу. И первый пошел. У меня, значит, 9 штучек нет, но они есть в холодильнике. Я думаю, что я просто 3 сделаю отдельно. Там, допустим, это будет вот 1, 2, 3. Ставим на тарелку. Прокалываем здесь дырочку. Прокалываем вот так, чтобы было удобно брать. А в проколотую дырочку вставляем, оп, цветочек. То есть идея была такая. Лучше вот так брать руками. Ну, можно в перчатках, да, для гостей. Не можно, а нужно. Вот, потому что если я держу его за палку, то я потенциал удержания вот этой вот палки, я... Сонька, перестань. Сонька пришла тоже на нас поесть. Я вырабатываю, пока кручу-верчу его. Это плохо. Чтобы не получилось так, что гость взял, и он у него вылетел. Так, здесь, наверное, большой-большой. Здесь будет вот так маленький. Ну вот, коллеги, поглядите, что мы получили. 2 таких десерта, достаточно быстрых, простых, незамысловатых. Но в то же время вполне себе неплохо, на мой взгляд. Не знаю, как вы, сейчас вот так вот попробую сделать, да? Не знаю, как вы, считаю, что вполне.
Так, коллеги, десерт показал, теперь даже вот десерт есть. Вот, пробуйте, отпишитесь, как кому понравилось, не понравилось. Ну, я вот ананас попробовал, сейчас, так сказать, попробую его с этой штукой. Ну, понятно, что с пудрой будет вкуснее, чем просто без пудры. И, в общем-то, тоже печеный банан с шоколадным, с этим, с ганашем, тоже проблем со вкусом, я думаю, не возникнет. Засим, коллеги. До скорых встреч в следующих роликах. Пока.